Всем привет, давайте попробуем, что такое Battleground в виртуальной реальности. Поехали. Итак. Ничего нету. О. Вот эта тема. Нос чешется. Минус один бомж. Вам не видно, но по факту так оно есть. Бомжа кинули дымом. Так. Запасаемся патронами. Hi, man. Попытка номер два. О. В сарае, кстати, ничего нет. Давайте бичей подразним. Смотрите, какая штука есть. Опа. Опа. Мяу. Мяу. Бич, стой, 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 стой. Прикиньте, игра началась. Сейчас все пока загружается. У меня нимб над головой. Я даже сам его вижу сейчас. Hi, man. Есть кто? Да, здоров. Чё-чё? Здорово, говорю, чувак. Здорово, здорово. А чё, тут боты бывают? Или только люди? Здесь и боты, и люди. Только ты ботов, ну, тяжело определить. Если ты рядом, летишь, ну... Могу рассказать, как. Ну-ка, дом Павлова. Опа. Запрыгнули в дом. Народ, видите меня, да? О, это я люблю. Хорошо. Не, так как вам не видно все равно, что вижу я. Пойдемте. Будем так воевать. Опа, нам кто-то стреляет, какая-то сволочка нам бьет.
Откуда, непонятно. Умрем просто так. Че, нет никого. Сколько здоровья? 43. Вы это видели? Вот на гость. Слушай, играть здесь лучше с этого самого. Здесь как раз лучше в этой игре писать в первую очередь с камеры. С того, что у меня есть, с того, что я вижу. Сейчас пойду чисто фаниться. Рядом кто-то стреляет. Вау. Кто? Откуда? Непонятно. Слушай, вот захочешь подбирать оружие у людей? Не получается. Когда не хочешь, как бы, только в путь. Вперёд, бежим, бежим, бежим. Ну, опять кто-то по мне стреляет. Откуда-то издалека, судя по всему. О, попал. Где он? Ты его видел, что ли, там? Так, сейчас сильно попал? Не, вообще не попал. Так, где-то ширком зацепил. Лошара. Так, где здесь люди-человек? Вижу баги. Вижу человека. О, вон, 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 вон. Вон сам. Голый, голый, там голый. Вау, 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 вау. Ты зачем? Вон там бегает. Иди нафиг. Нафиг. Дом мне не пройти. Как гангста. Будем наводить шороху. Просто шороху. Нет. Короче, если сейчас ничего не получается, то как бы что-то можно будет нарезать из этого.